Здравствуйте, друзья! Вот выкладывал видео про болотный кипарис, и один из подписчиков задал вопрос, говорит, что это не болотный кипарис, это метасеквоя. Сейчас расскажу, чем отличается болотный кипарис от метасеквои, просто чтобы было понимание. Вот болотный кипарис перед вами. У него листочки выглядят вот так, как перышки. Вот, как перышки выглядят. Сейчас покажу, как выглядит метасеквоя. И разница между ними, то есть перепутать, если человек выращивает его из семян, перепутать в принципе невозможно, потому что у болотного кипариса круглые, вот такие вот круглые шишки, которые разваливаются на несколько таких вот семян крупных. А у метасеквои шишки совершенно другие, и у нее мелкие-мелкие семена, как у... наподобие, как вот у обычного кипариса, не болотного, а обычного, такие мелкие семена. Поэтому перепутать, в принципе, очень сложно и, в принципе, невозможно. Если вот я записываю видео про болотный кипарис, значит, это болотный кипарис. Я сам выращиваю семян и ошибиться, в принципе, не могу. Вот, видите, это болотный кипарис. Переходим дальше на метасеквою. Вот. У метасеквои более такие вот крупные, скажем так, вот такие хвоинки. То есть вот, вот так вот выглядит метасеквоя. Вот так. То есть она отличается от болотного кипариса значительно. И длиной хвои, и даже внешне она отличается. Вот, вот так вот выглядит метасеквоя.